Батюшке Рафаилу. Благослови нас, Батюшка, идти прямым путем и научи нас не ходить в обход спасения. Мы по дороге жизненной пройдем, взирая на Твой бодрый дух и на Твое смирение. Молитвами Твоими будем жить и находить сердечную отраду. Слезами покаяния души нам омыть Ты помоги. И нам построй ограду от всех бесовских бед и зол. Нас защити от лютых искушений. Пусть будет крест наш не тяжел, чтоб донести его смогли мы без сомнений. Ты научи нас Бога полюбить, как Ты любил. Душа Твоя горела молитвой пламенной, всегда Его хвалить и волю Божью понимать безропотно и смело. Благодарение Фомиам пусть вознесется прямо в небо, и мы пойдем, что нужно нам, только едино на потребу. Молитвой тайною своей нам помогай не отойти от Бога, любовью нас своей согрей и доведи до вечного порога. Мы Твои дети и спешим к Тебе, Ты обещал нас от скорбей и тяжестей избавить. В часовенку по солнечной тропе несем Тебе цветы, любовь и нашу память. С Тобой поговорив у Твоего креста, душа парит над бренною землею. Все нам легко, все радостно тогда, мы снова примиряемся с Собою. Несем мы этот мир и благодать, в душе своей Твой отблеск отражая, чтоб огонек зажженный отдавать, другие души согревая. Благослови нас, Батюшка, любимых чад своих, идти вперед, не поворачивая вспять, молитвами Твоими и святых плодов духовных урожай собрать.